розовые дорожки, дождик зернышки клюем. А у нас брат был окошко, дочек слез горько льем. То за этого окошко киску, то сама бурчит в ответ. То заглядывает в миску, только киски в миске нет где искать. Пропажу нашу, как узнать наверняка. Может, просто кошки в каше не доили молока. Может, коврик наизнанку, может, скучно спать в углу. Где искать теперь ты глянку с белым пятнышком на лбу? Может, кто-то ищет клады, чтоб купить себе весь свет. Только нам сказать по правде, краши кошки клады нет. Где ты бродишь одиноко с грустным облачком в глазах? На каких таких далеких, предалеких островах? Грузы до умной земли. В море плавают медузы, в море ходят корабли. Мачта гнется, ветер свищет, как ты там глядит вперед. Вся команда кошку ищет, не найдет. Села на качели и качается всю ночь. Есть с неба свисел рожки, коврик ёржится в углу. Под окном скребется кошка с белым пятнышком на лбу. Собирать сейчас весь, и у него поезд. Поэтому как бы мы сейчас вот встали, они бы нам очень сильно похлопали. Давайте мы сейчас быстренько сели, как будто нам так долго хлопали, что мы вам сейчас на бис спели, и вот как бы Лёва пошел собираться, иначе он опоздает просто на поезд. А если у вас есть желание, как бы и вам мало, слушайте, тут прямо вот сегодня образовалось неожиданно. Завтра, знаете, такой боб-лист есть у вас такой вот. Кафешка, там будут посиделки с моим участием. Я буду что-то рассказывать, тоже петь, говорить, общаться будем. Там шляпный сбор, то есть вы, в принципе, сегодня уже как бы это потрудились, можете как бы сделать вид, что вам как бы неинтересно это. Шляпа, ну, не заметить можете, я ей разрешаю. Но вот завтра это будет... Адрес, скажите, пожалуйста. Адрес Большой проспект Петроградской стороны. Дом 10Б. Это рядом с метро «Спортивная». Давайте так, за всеми вот вопросами кления тогда, а мы сейчас поем из 7 часов. Сашенька, ты говоришь, вряд ли в 7, ближе к 8, наверное. Ближе к 8. Вообще можно с 7 приходить, небольшое. В общем, я там буду с 7, а вы как хотите. Можете к 11 прийти тоже. Давайте мы давайте вот Лёве посвятим последнюю песню, чтобы ему хорошо там ехалось в свою Москву. Пусть едет. Мы с вами в Питере останемся, нам-то хорошо. Вот, завтра в Боргу-Листе. А, да? Сыграем?